Ну, а что в моей примере? Я 10 лет из себя выдавливал историю взаимоотношения разновозрастных мужчин и женщин. Любовь разновозрастная, которая так осуждается в обществе. Поэтому мне было это интересно. Потому что общество само по себе, а любовь само по себе, сердцу не прикажешь никак. Вот эта история получилась. Она называется «Между нот» или «Тантрическая симфония». А в телеверсии есть 4 серии для телевидения. Она называется «Любовь по нотам». История композитора мирового уровня и простой девчонки. Вот все это несочетание и их интеллектуальное, и все остальное, так сказать, привело к тому финалу, который есть в этой картине, не скажу какой. Вот, но картина — блистательный актерский ансамбль, великолепная музыка, в общем, компоненты, и очень красиво снято. Я считаю, что про любовь надо снимать очень красиво. Я могу гордиться, что на фокус-группе, например, главная эротическая сцена, она, люди захлопали. Что, в общем, мне было очень приятно. И я вижу, как иногда на красивых сценах о любви плачут девушки. Это так тоже очень здорово. Ну вот, я, так сказать, жду вас, посмотрим.